Ровный ряд и точность движения. Под Минском продолжаются тренировки механизированной колонны, которая примет участие в параде по случаю Дня независимости 3 июля. В параде примут участие 27 расчетов, вдвое больше, чем в прошлом году, в том числе недавно поступившие на вооружение образцы. Среди них техника белорусского производства, бронеавтомобили «Кайман» и «Волод». Всего к параду готовится более 230 единиц боевых машин. В городе колонна растянется на 2,5 километра, тренировки на аэродроме продлятся до конца месяца, после чего репетиции пройдут на проспекте Машерова. Процесс подготовки проконтролировал министр обороны Андрей Равков.